Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Меня зовут Нусвалиева Айджан. Мне 27 лет. But can't complete. Listen to the sound from deep within. It's only beginning to find release. Oh, the time has come for my dream to be heard. They will not be pushed aside and turned into your own. All 'cause you won't listen. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home, my own home. And I try, so it's on my mind that you should have known. Oh, now I don't believe in you. You don't know what I'm. Спасибо большое. Спасибо. Вот ради таких минут и хочется жить, на самом деле. Ради таких минут и существуют такие проекты, как Central Asia's Got Talent. Вас действительно Бог поцеловал. Вы очень талантливы. Спасибо вам. Я получил огромное наслаждение. Наконец-то я дождался. Спасибо большое, очень приятно, спасибо большое. Вы сейчас спели, и я вот почувствовал, о чем часто говорила Гульнур, говорила Ситора, Нурлан. Спасибо вам за такое спасибо прекрасное спасибо. Исполнение. Айджан, реально, вот честно сказать, я даже в какой-то части вам позавидовала, вашему таланту, вашему голосу. Вышли на сцену, такая нежная, такая хрупкая, будто бы, думаю, что сейчас она споет? И когда вы запели, вот честное слово, в какие-то моменты я даже молилась за вас, чтобы не скользила. Вот я думаю, боже мой, дай бог, чтобы она до конца допела круто, потому что вы настолько пели, как это слово сказать? Не круто, не классно, а вот именно вот еще больше вот этого вот. Вот, короче, вы вот так спели. Спасибо большое. Я тоже была в восторге. Спасибо. Очень понравилось мне ваше вот это исполнение. Молодой парень, молодой человек, мой жених Адилет.
подписывайся на канал Central Asia's Got Talent в YouTube.